Добрый день! Возле летней эстрады картинги. Сегодня мы на них кататься не будем. А я хотел бы. Мы на велосипедах едем на море. Сегодня мы не на косу едем. Покажем вам еще другую дорогу. Тут прекрасная велосипедная дорожка через лес. Здесь очень много людей катается на велосипедах, на роликах. Поехали! На море хочется купаться. Поехали! Давай! Или я один поеду. Едем, едем! Дай камеру, поехали! Виктор поехал. Теперь я буду его догонять. Вся дорога до Геруляя вот в таком лесу. Птички поют, пахнет хвоей. Семь километров до моря от нашего дома. С одной стороны велосипедная дорожка, другой для пешеходов. Сейчас стало популярно ездить на самокатах электрических. Приехали в Геруляй. Дорога закрыта, едет поезд. И он никуда не спешит. Еле катится. Пляж около крепости. Еще ее называют Черная крепость. Людей немного. Рабочий день. Ну, уже и время 5 часов. Рыбаки моют сети. Температура воды очень хорошая. Где-то 24-25 градусов. Но начинают плавать травы. Скоро зацветет море. А так очень комфортно. Мы позагорали, покупались. Сейчас едем на велосипедах обратно домой. Герулейская вышка телевизионная. Железная дорога и железнодорожная станция. Оля будет тормозить поезд. Велосипед упал на ногу. Говорит, дальше не поедем. Первая поломка в дороге. Велосипед упал мне на ногу и почему-то слезла цепь. Тут еще вот это отломалось. Это все об мою ногу, между прочим. Как я не бью? Не бью, возьму, как и поворот. Хочешь полазить в баскетбол? Нет, не хочу. На турнир.
Мне хватило велосипеда. Шведская стенка. Нет. Ну давай, я по шведской стенке люблю лазить. Вот, смотри, берешь шведскую стенку и едешь. Оп. Давай, давай. Оп. И наверху. Давай, давай. Оп. И наверху. А по этим? Это так надо. Можно позаниматься спортом. Приехал на велосипеде, поотжимался, поподтягивался, баскетбол поиграл и поехал на море. Или с моря, как мы сейчас. Просто отдохнуть, посидеть, послушать пение птиц. Очень много сейчас людей после работы, кто на велосипедах, кто бежит. Кто едет. А кто-то просто идет гуляет. А ребята с музыкой едут. Едешь, едешь, и еще тренажеры. Если велосипеда мало, можно еще позаниматься спортом. Не хочешь? Нет. Я не хочу. Поехали домой. Ну, хорошие тренажеры тут. Ну, тут еще разобраться надо, что к чему. Вот этот интересный какой-то. Нормально. Ноги устали на велосипеде, руки размять хорошо. Собачка так и едет с хозяйкой. Вот она ее приучила. Наша Тина бы так не сидела. Надеюсь, наше видео вам понравилось. Как мы съездили сегодня в Геруляй. Пишите комментарии. Купались много, вода теплая. Ставьте лайки. Спасибо за просмотры. Пока. Пока.